Вот, наконец-то, настал день X. Мне хочется, чтобы вы создали презентацию полностью сами. Отлично, нам же нечего делать тут. Даня ответственный. Все готовы работать? Нет. Ты из тебя просто самый лучший организатор в мире. Мы увидели отрывок видео, которое вы сняли, и это ужасно. Обморок упал, у меня все мысли тогда перевернулись. Привет, хочу вам напомнить о том, что у нас уже вошло в традицию разыгрывать каждую неделю подарки. А победителями прошлой серии становятся вот эти ребята. Я вас поздравляю, сейчас я предлагаю вам смотреть серию до конца и участвовать в нашем конкурсе. Get up, stretch my legs. Всем привет! И это прекрасное утро в музыкальном творческом доме с творческими ребятами. Они уже тут 9-й день, а я тут уже 4-й день. И мне это очень нравится, тут очень весело и круто. Все сказали, типа, в 9 проснуться, самый важный день у нас, он уже последний, по сути. С добрым утром, ребята. Как спалось, Дань? Спалось хорошо, но мало. Слишком мало. А сколько вы легли? Я знаю, что точно девочки до 3 часов ночи пели. А ты, Даня, кричал громко на всю комнату. Мечтал, чтобы побыстрее утро настало, чтобы тебе отомстить. Но я не стал. Благо проснулся. Но я не стал. Спасибо. Видишь? И тут входит в дверь Руслан Махов. Всем доброе утро! Я только хорошо расположился. О, с добрым. Ура! Ура! Русик! Привет! Здорово! Ну, привет. Я понимаю, что опять что-то будет. И это все не к добру. Какие-то вы немножко сонные. Расскажите мне, пожалуйста, как вообще прошло ваше времяпровождение в этом доме? И конфликты, и скандалы, и обиды. И расследование, кто посуду не помыл. Да. Кто это поел? Мясо сейчас завоняется. Может, Арти, может, ну его все потихоньку. Сливочное масло надо ложить в холодильник, потому что оно должно храниться при минусовой температуре. И счастье, улыбки, слезы. Горько! Горько! И много романтических отношений. Давай. В общем, все понемногу, да, и работа. Осталось совсем немножко до презентации, вы, наверное, готовы к ней. О, да. Вообще нет такого ощущения. Конечно, я и мы вообще все рассчитывали, что вы будете немножко динамичнее работать в этом доме, когда вы закрылись, но вы жарили шашлычки. Ты горишь, как огонь, я, у меня огонь. Поклонюсь тебе. Да, кстати, мы вообще чего? Я пришел. Гуляли, выпивали. Че это бухлишка? Кто у нас такой? Играли. И, наверное, готовились к презентации трека, который уже пройдет через несколько часов. Подожди, ребята, подожди. Ребята. В чем проблема, я не понимаю. Посмотрим на хореографию вашу чистую, на то, как вы хорошо все отработали. 5, 6, 7, но голова на 7, по-моему, была, да? Я правильно помню? На 7. Я не помню этого. Хорошо, скажите, вы когда-нибудь бы согласились еще на такую авантюру остаться вместе в одном доме? Да. Серьезно? Да. На недельку, не больше. Отлично, провели время. Но это я чистой души говорю, в самом деле. Я понял. Что хочется сегодня? Так как сегодня финальный день пребывания в доме. Вот, наконец-то, настал день X. Мне хочется, чтобы вы создали презентацию полностью сами. Показали свое креативное мышление. Свое творчество показали. Даня, что делаешь? Дремаю. А презентация готова, если ты себя так спокойно чувствуешь? Окей, очередное крутое задание. Отлично, нам же нечего делать тут. Окей. Хочется, чтобы вы сегодня презентовали две песни. Презентация первой песни — это
это того стоит. Вторая – это музыка громче. Песня – это того стоит. Я хочу, чтобы вы начали с нее. Презентовали ее креативно и необычно, используя этот дом. В этом песне и номере должны участвовать все девочки. Вы можете попросить их вам помочь, либо они могут не согласиться вам помочь, и вы должны будете сами придумать условия и обстоятельства. И потом вы презентуете для нас всех видеопрезентацию песни. Вот чего нам не хватало для полного счастья. Снять лирик-видео в доме с девочками. Даня ответственный за презентацию. Личный выбор. Тоже поощряю, одобряю. Отлично придумано. Спасибо, Русик. Ой, ребята, все. А теперь мы все вместе пойдем спать, а тебе удачи нас будить. Ну, окей. Плотная такая роль. А с другой стороны, я понимаю, что сейчас на меня все посмотрят и скажут, типа, ну. Включитесь, пожалуйста. Это, ну, сегодня важный день. Вы еле ходите, еле дышите, как всегда. Встали, взбодрились, сделали зарядку, подпрыгнули, присели, пошли работать. Все, пожалуйста, не раздражайте. План, распишите. Пока. 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 Сегодня последний день, и если сегодня мы наконец соберемся, мы сможем сделать очень много крутой продуктивной работы. Все готовы работать? Я из тебя просто самый лучший организатор в мире. Даня классный, Даня отличный, но просто он такой легкомысленный и не супер ответственный. Я вам говорил, что надо подготовить эту хореографию, вспомнить речь, эту хореографию. Речь не шла о хореографии. Да, про хореографию ни слова не сказали. Речь можно шла о лирик-видео. Арти, можно впихнуть. Арти, хочешь хореографию? В этой песне есть слова и биты, и мелодия. А все остальное это уже не в этой песне. Все остальное мы можем сами сделать. Вообще, снять клип, это, конечно же, реально, но это мега сложно, так как мы не работаем в этой отрасли, и нам это надо сделать меньше, чем за полдня. Вот вы, девчонки, танцевать будете, а мы хлопать. У Евы классно получается. Мне так понравилось, как она вчера отжигала с Мишелькой. Давай ты будешь главной героиней танца. Будешь дзиг устраивать там. Не? Ладно, давайте придумаем другую роль. Как дела у лидера? Нормально. Продолжай. Зашибись. Видимо, я буду теперь напряжен целый день, и с меня будет огромный спрос. За что? Арти что-то пишет в блокноте. А что он пишет? У него там своя атмосфера. Арти решил включиться. Ну, он, в принципе, и так был всегда включен, поэтому для меня это было неудивительно. Скорее всего, думает свои части. А вдруг он текст пишет? Возможно, он просто текст пишет, чтобы все остальные знали текст. Я это только что сказал. Ну, я просто продолжил, типа, саму суть, для чего он может писать текст. Меня безумно раздражает, когда что-то безответственно происходит. Мы этого узнаем где-то через минут 10 после того, как он допишет что-то, что он пишет. В этой компании я себя... Ну, да, я самый старший, но мне иногда приходится подстраиваться под... Помоложе, так сказать. Смотрите, включи песню, Олег, вот пожалуйста. Вот этот тест с этим написал. Кадр начинается с меня, блин, опять около мойки. Можешь включить с самого начала на весь звук. Допустим, здесь я, кадр на мне, поворачиваюсь, и тут моя партия сейчас начинается. И я такой иду, пою, медленно иду там. Со мной какие-то девочки могут там рядышком идти, и мы с ними, типа, ну, мини-коннект. Вот. А потом я здесь должен буду зайти в ванную и Олег выйти. Здесь он идет, проход как лестница, допустим. Здесь он с девочками тоже как-то коннектит, там это. Мальчики смотрят на девочек. И это, короче, в камере должно быть, знаете, как стильно, модно, молодежно, когда в кадре такие девочки так хоп. Девочки смотрят на мальчиков, мальчики смотрят на девочек. Потом, когда девочки смотрят на девочек, они друг на друга смотрят. А когда там мальчики смотрят, они друг на друга смотрят. Такие, и пошли, короче, разбежались. Потому что они друг на друга смотреть не хотят. И здесь сразу камера одним кадром все снимает. У Арти, по сути, уже был готов полностью весь клип со всеми кадрами, какими-то раскадровками за 5-7 минут всего. Давай, короче, знаешь как, давай бери просто эту штуку с собой туда, и сейчас все вместе будем быстренько, я там цепочки еще добавляю, какие-то шляпки, то все. Никудышный стилист. Сложно, блядь, стилистом быть, особенно в этом доме. Да ну что, я просто им скажу, чтобы делись как хотят. Мы увидели,
отрывок видео, которое вы сняли, и это ужасно. У Маракупала у меня все мысли тогда перевернулись. Согласны ли вы с этой идеей? Согласен. Я согласен. Молодец. Ты молодец. Спасибо. Ну, у нас, наверное, руководителем все-таки стал Арти. Очень приятно слышать это от лидера. Благо, ребята, включились хорошо. На мне ответственность дать вам ответственности. Арти, Арти уже проявил себя как отличный режиссер-постановщик. Режиссер. Спасибо. Владик, как мне тебя в рыцари посвятить? Нарекаю тебя стилистом. Не надо меня ни во что светить. Да ну что, я просто им скажу, чтобы делись как хотят, но просто примерно все ближе к темному, к черному. Олег, нарекаю тебя визажистом. Спасибо, брат. Можно я девочек буду красить? Конечно. Они меня пошлют сразу же, моментально. Всех, кроме моей, с ней будет тяжело. А, хитро. Олег, хореограф-постановщик, но я не думаю, что хореографии будет много. Она максимально легкая должна быть, но красивой. Сережа классный чел. Спасибо. Я согласен. Ты будешь что делать свет, а ты будешь таскать камеру. Я распределю. Все, Полиночка, спасибо. Это первый опыт, когда мы пытаемся снять клип сами. Но в целом клипов снимали очень много. И, наверное, у каждого из нас есть достаточно четкое понимание, что нужно делать, чтобы в итоге сделать крутую видеоработу. Сереге повезло. Ну все, прицаем. Да, мы уже сделали большой. Давайте сейчас, Владик, давай решим, что кто одевает. Сейчас, может, я пойду с каждым пообщаюсь, там посмотрю одежду, то все. Ты должен просто подойти, вручить одежду и сказать «одевай». Со всеми нашими моментами здесь делаем что-то хорошее. Пошли подготавливаться, настраивать свет, заниматься стилистикой, и плюс вот эти все декорации. А можешь снять один рукав? Попробовать. А может вывернуть в другую? А нет, а шо? Давай, короче, знаешь как, давай бери просто эту штуку с собой туда, и сейчас все вместе будем быстренько, я там цепочки еще добавляю, какие-то шляпки, то все. Времени нету, если бы было время, хотя бы денек. У тебя был день! Никудышный стилист. Сложно быть стилистом быть, особенно в этом доме. Прикольно. Модели, идите вниз. Идите вниз. Русик нам оставил операторов, которые смогут нам помочь в съемке. Я как будто в обморок упал, у меня все мысли тогда перевернулись. В общем, все, я понял. Я очень надеюсь, что мы реализуем это все именно так, как у меня зарисовалось в голове. Сережка, смотри, я, короче, максимально все исправил, переделал. Вот это реквизитор, пожалуйста, убери. Куда их убрать? Ну, я ж не просил их на этот стол вываливать. Смотри, ты не просил, а реквизитор. У нас... Я режиссер-постановщик. Я реквизитор. Я так вижу. Это реквизит. Ты выполняешь мои задания, хоть ты и лидер. Я лидер, ёпта. Продюсер. Так, я иду, я прохожу. Здесь ловит камера Олег. Олег такой, стоит такой. Он залез, но я так некрасиво. Погоди, а разве Олег не испарашивал? Нет, я уже все передумал, передел. Нет, он будет вот здесь. Олег должен был испарашивать. Как мы, скажи мне, всегда поставим свет? Сейчас расставим, не паникуй, господи. Вот здесь, короче. Если бы Олег выходил Олег... из параши, то все сходит. Нет, Олег так, сядет вот сюда, вот, пока девочки не будет. Здесь вот подключишься ты, Даня, оттуда потом, когда это. Но здесь где-то Сережа вот еще. И да, здесь понял. Сидит Влад. Все, придумал. У нас были наброски по хореографии. 5, 6, 7, 8. Пам, 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 пам. Ба-ба-бам! Мы не знали идеальное движение, а времени осталось очень мало. Лидер, мы опаздываем!
Давайте начинать снимать. Я просто рассказал свою режиссерскую, режиссерское свое видение, и операторы подхватили и отсняли все именно так, как я это видел. Мальчики смотрят. Это там стоит поиграть в войну. Я тебя настрою на свою волну. Ты меня раскроешь, я в тебе тону. Это там стоит, мы друг друга стоим. Это там стоит поиграть в войну. Я тебя настрою на свою волну. Ты меня раскроешь, я в тебе тону. Это там стоит, мы друг друга стоим. Так, все молодцы, все. Давайте аплодисменты лидеру. Да, да, спасибо. Спасибо, очень признательно. А теперь аплодисменты вам, мои дорогие подданные. Будем ждать конечный результат от Руслана, но верим в то, что у нас все получилось. Мы отсчитываем обратный отчет. 3, 2, 1. Поднимаемся наверх. Встречайте бурными аплодисментами. Гурт Десайт Бэнд. Антон Климик, Алена Дронева, Руслан Марков. Привет, привет! Здорово! Ну что, друзья, мы увидели отрывок видео, которое вы сняли. Мальчики смотрят. Это там стоит поиграть в войну. Я тебя настрою на свою волну. Ты меня раскроешь, я в тебе тону. Это там стоит, мы друг друга стоим. Это там стоит поиграть в войну. Я тебя настрою на свою волну. Ты меня раскроешь, я в тебе тону. Это там стоит, мы друг друга стоим. Это ужасно. Что, мы останемся в этом доме? Нет. Мы моментально выселим вас из этого дома. Огромнейшее волнение, потому что репетиций качественных было очень мало. Одно слово, я недоволен насчет Арти. Потому что ты выглядишь как бомжи. А ты нет. Мы были все на взводе. Хотелось показать себя с классной стороны, что мы профессионалы своего дела, большие артисты. Спасибо. Ужасно красиво и талантливо. Вы большие, все молодцы. Это не относится только к ребятам, это относится к девочкам и к парням. Вы все были заодно. У вас были конфликтные ситуации, но только в конфликтных ситуациях рождается истина, рождается взаимопонимание и рождается характер каждого из участников. И что, мы останемся в этом доме? Нет. Мы моментально выселим вас из этого дома, если нам не понравится. Мы же пришли за эмоциями, мы же пришли на ваше выступление, на презентацию, которую вы так долго готовились. Спасибо вам. Ну что, покажите нам, что вы подготовили? Ура!
Огромнейшее волнение, потому что репетиций качественных было очень мало. Вечеринка началась, подходи. Я лежу в Одессу, самый любимый трек. Давай будем запускать тренды. Уточки в Фенди, я думаю, буду сам. Ведь я точно знаю, тренды залетаем. Мувы каждый школьник нашим только повторяет. Нас не понимают, но кто-то тает. Пусть он наблюдает, пока мы с тобой взлетаем. Музыку громче, будем здесь танцевать. Яркий рассвет весь мир будет повторять. Делай как я буду. Пока часики бьют тебя. Со мной двигай своим телом. Просто делай как я буду. Движения попали метко, метко. Все наши треки попали в их реки. Увидимся в твоей лени, сорванной сцене. Будет все, как мы мечтали. Ведь я точно знаю, тренды залетаем. Мувы каждый школьник нашим только повторяет. Нас не понимают, но кто-то тает. Пусть он наблюдает, пока мы с тобой взлетаем. Музыку громче, будем здесь танцевать. Забирай рассвет, весь мир будет повторять. Делай как я буду. Наше пребывание в доме заканчивается. Пару слов от вас. Как все прошло? Довольны ли вы? Готовы ли вы возвращаться к нормальной жизни? В принципе, от всех я хочу сказать спасибо вам огромное, что вы нас здесь собрали. Мы все еще больше сдружились. Вот. И мы все выросли. Ну, в целом, наверное, самое основное, это у нас появилось чуть больше опыта работы все вместе с девочками тоже. И, наверное, это нас все-таки как-то еще больше сплотило. Одно слово, я недоволен насчет Арти, потому что он так и не отрастил усы. Я так надеялся, но нет. Ты за целую неделю мог быть как Антон Клими. А да? Ты? Я брился, мне с продюсеры говорили, брейся, а ты? Потому что ты выглядишь как бомжи. А ты нет. Пожалуйста, прошу, не гнать. Мы вдохновляемся вами, и мы хотим дальше вас популяризировать. За такое короткое время вы себя максимально проявили со всех сторон, показали все свои таланты. Вы поставили сами хореографию, вы сняли сами клип, вы столько много сделали творческой работы. Вы прекрасные, прекрасные молодые и перспективные артисты. Верим в вас бесконечно. Я вас очень сильно люблю. У вас так много новой музыки, которую хочет услышать мир. Мы рады, что вы являетесь творцами музыки, являетесь творцами своей жизни. И это нас не просто подкупает, это нас восхищает, что вы знаете, где ваша цель, и идете к ней всегда напролом. Поэтому мы вам желаем всегда достигать лучшего левела. И давайте же... Прощаемся с этим прекрасным домом. Обнимашками! Мне эти 10 дней лично дали понимание, что я такая еще нутутина. Иногда я сам себе напоминаю бабку. Я прекрасно понимаю, ребят, вот прекрасно. Прям хожу, помой посуду. Общие обнимашки! Я нереально счастлив от всей нашей проделанной работы. Все очень круто. Хороводные обнимашки! Очень грустно, что все подходит к концу. Мы были как такой одной огромной семьей. И поэтому, конечно, это все терять, отдавать...
Я буду за этим всем скучать. Спасибо всем за это прекрасное время! Это были самые быстрые 10 дней в моей жизни. А вот что дальше? Дальше работа. Много работы. Ура! Это был период, который был вспоминать. Это было, ну, это было круто. Это было, мне лично гораздо больше понравилось, чем сериал. Типа 130 триллионов раз. Это жизнь, жизнь. Для бэкстейджа. Меня поначалу редакторы, они вообще держали где-то там за забором, не подпускали к ним. Съемочную группу называли духами. Меня очень сильно напрягало, когда я просыпаюсь от того, что у меня возле лица камера. Да, да, наверное, 50% материала вырежут. Готовы ли вы, если что, снять второй сезон такой же? Да. Да! 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 Духи! 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 Ребят, как вам серия? И я напоминаю о том, что конкурс продолжается, и каждый из вас может что-то выиграть, оставив комментарий под этим видео. Условия очень простые. Вам нужно написать в комментариях, какие профессии парни пытались освоить. А победители получат наш мерч немного сладостей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Вау!